Не знаете, как уберечь капусту от вредителей? В нашем сегодняшнем видео мы постараемся ответить на все основные вопросы, которые возникают обычно по этой теме. Многочисленные насекомые не щадят капусту и нападают на нее с самых ранних сроков, как только появляются первые листочки. Не стоит сразу разводить панику, ведь существует масса народных средств, которые помогут справиться с этой проблемой. Предметом сегодняшнего обсуждения и истинным спасением для культуры станет солевой раствор. В число его плюсов входят эффективность, экологичность и безопасность. Дело в том, что данное средство не содержит токсинов и каких-либо агрессивных соединений. Солевой раствор легко справляется с таким паразитом, как капустная муха и ее личинки, что поражают корень растения, а также со слизняками и улитками. Запах капусты очень привлекает этих насекомых, а питаются они мякотью молодых сочных листьев. Для того, чтобы обезопасить капусту от вышеупомянутых вредителей, используйте следующий рецепт. В 10 литрах воды тщательно размешивается 1 стакан соли. Лить раствор следует так, чтобы он попал под стебель, но не на капустные листья. Для этого можно сделать дополнительную лунку у основания, которую потом стоит закрыть древесной золой, что компенсирует недостаток калия. От остальных вредителей можно использовать другой состав. 2 ложки соли и 2 ложки порошка горчицы. Раствором на основе этих ингредиентов необходимо просто опрыскивать листы.